Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Валика, моего подписчика и не только, любителя кирпичей. Будем, как обычно, стандартно ролить под коллекционера. Мохнатку надо выбить ворожея. На такой силе ворожея не иметь, это я не знаю. Это вообще боль. Недавно появился Анубис. Ничего себе. Жесткий. Ну, в принципе, как и гильдия. Злые дядьки. Так, окей. Кого мы будем сливать, я не знаю пока. Ну, сейчас надо нам выбить ворожея, Фрею и новую тетушку. Ну, идем хотя бы посмотрим, что тут делается на этом имба-аккаунте. Так, заклинательницы нет. Фрей нет. Лысого нет. Риббита тоже нет. Так. Странно, я их не крыла тоже нет. Ну, Анубис есть. Тесса. Седна. Ой, да тут ролить да ролить. Так, окей. С этим мы разобрались. Идем теперь будем смотреть таланты. О, вот это имба. С просветом он затащит. На 200 уровне 5 просвет. Так, тыковка. Огонь. Нормально, огонь. Еще один огонь. По талантам, в общем, все как положено. Так, стрелок Афина. Бигги. По талантам, конечно. Ничего себе. Так. Да, но на таком донате не иметь огнекрыла, это, конечно, жестко. Я не знаю, ребят. Ну, поехали. Такой вот у нас, короче, сегодня Коля. Я уже показывал. И такая вот трата. Сейчас мы попробуем ему выбить недостающих героев. С бесплатки. Вот, с бесплатки палач. В принципе, роллинг удался. Можно идти сливать аккаунт. Так, окей, поехали. Леди Лео. Дрейк. Тесса, не помню там. По-моему, ее тоже нет. Ронин, Валька. Это все у него есть. Тыковка. Душек. Оу, вот так вот даже падает. Ничего себе. Все, ребят. Это означает, что нам ни хрена сейчас не упадет. Это типа, воу, парни, остановитесь. Ниндзя, медуза. Так, ну, Рину. Ну, такое. Да. Не хватает на этом аккаунте магазины героев. Да, жизнь боль. Поплачь немножко. Я знаю, что ты хочешь плакать. Пока ты сидишь, смотришь, блядь, этот видос, как я снимаю, можешь пока плакать. О, короче, вот так вот, ребята. Пока он плачет. Громко пока
слышат его соседи. Ну, как обычно, короче, все подкручено, все куплено. Такая жизнь. Хотите нормальных героев, вы знаете, к кому обращаться. Поехали дальше. Надо еще кое-что выбить. Так, не, ну это не порядок. Как можно играть с такими героями? Как можно вообще таким нубогероем слиться? Так, окей. Поехали, злые дядьки. Паладин, ну это, конечно, топчик. Что за фигня? Где имба герои? Спасибо за тыкву. Жизнь боль. Так. Да чё за нах? Ужас, блин, ужас, просто ужас. Как же так? Как же так, что нам ничего не упало такого? Что за подстава? Рая, которую мы сейчас сырьем. Так. Окей, забрать. Насало. Та-та-та-та-та-та-та. Все, короче, подкрутили ему самоцветов. Как обычно, это делаю. Кручу, верчу. Поставим их на прокачку. Так, а что тут вообще есть интересное? Священный огонь. Огонь есть. Но это просто огонь. Использовать, окей. Так, а кто там еще у нас недостающих есть? Тесса. Да, ворожаи, конечно, не достали, но... Ну, такое. Так, окей. Где там наша Фрея, которую мы должны слить? Ага, вот она. Оу. Так. Это уже поинтересней.
Так. Так, вариант стрелок. Потому что каменка может уйти на других героев. Так, еще. Повелитель бури. Асури нафиг не надо. Так, что-то я пропустила. Бигфут. А, тут уже ожог прокручен. Да, поставили бы ворожея. Но, увы. Так, ну я думаю, все-таки стрелку однозначно. Тоже очень хороший талантик для него. Let's go. Разброс. Ну, такое. Такое. Так, шестерка. Череп. Ну, такое. Так. Окей. Блин, можно было, в принципе, и сюда поставить. Ладно. Ну, жесткий талант. Даже не буду его брать. Да, блин, что за херня? Диптерка. Подстава, блядь, короче. Короче, вот так вот. Не знаю. Натрешивали то, что надо, выбили. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки, репостики, блядь. Ну, а с тебя пару миллионов кирпичей, короче. Все. Всем удачи. Это был Коля, завершающий ролик на сегодня. Всем пока.